Компания «КрасАвиа» готовится к трудным временам. Об этом говорят летчики и представители профсоюза и обсуждают кандидатуру на пост нового руководителя по стратегическому развитию. Все прежние авиакомпании, в которых он работал, по странному стечению обстоятельств, обанкротились. Подробности в сюжете Захара Письменных. Нас ждет перспектива, видимо, «КрасАир» и себя «Авиатранса». Такие неутешительные прогнозы дают сегодня в компании «КрасАвиа». По словам Артура Фазлуддинова, летчика с 30-летним стажем и председателя профсоюзов, личных претензий к новому возможному руководителю пилоты не имеют. Но вот трудовая деятельность Максима Четверякова, а именно так зовут вероятного топ-менеджера, вызывает вопросы. Будем исходить от фактов, что авиакомпания «КрасАир» была. Он один из руководителей был. Она сейчас в итоге обанкрочена. «Сибавиатранс», «Омскавиа», еще «Эрогрупп», везде, где руководил, ну вот сейчас наш заместитель генерального директора, они в итоге банкроты. По словам людей, подробности о новом руководителе рассказали коллеги из других регионов. Характеризуют его якобы как человека, который принимает много необдуманных решений. Пилоты уже написали коллективное письмо в законодательное собрание края. Депутаты также считают, что руководить базовым и социально ориентированным перевозчиком края должен человек с положительным опытом управления. Я считаю, что если коллектив сегодня ставит такие вопросы, то прежде чем назначать человека на столь высокую должность, необходимо проверить досконально все то, что указано в письме. Сама компания «КрасАвиа» за свою историю не раз переживала тяжелые времена, едва не обанкротилась, но сейчас, по словам руководства, открыты новые направления, закупаются самолеты и увеличивается штат. В Министерстве транспорта края, лоббирующего интересы нового управленца, говорят, что волноваться коллективу не стоит. Когда ему вешают ярлык того, что он участвовал в процедуре банкротства, ни в одной процедуре банкротства он не участвовал. «КрасАвиа» все хорошо, у меня рука постоянно на пульсе. Я «КрасАвиа» занимаюсь больше вообще даже, чем надо и чем положено. Несмотря на оптимизм чиновников, пилоты планируют написать еще одно письмо министру транспорта края с просьбой просто оставить все, как было раньше. Летчики утверждают, что компания развивается активно и без директора по развитию. Захар Письменных, Александр Сагайдак, новости ТВК.